Александр Авдеев предложил приостановить ремонт участка трассы М7 в районе Покрова. Это заявление в РИО губернатора области сделал во время совещания по ремонту трассы в Петушинском районе. Александр Авдеев отметил, что к концу года должно быть открыто движение от Петушков до бараков на еще строящейся трассе М12. То есть у водителей появится возможность проехать по новой автомагистрали. К этому времени и можно будет вернуться к вопросу ремонта участка трассы М7 в Покрове. Это блокирует в том числе строительство трассы М12. Потому что грузы тормозятся. Мы видим, что это огромные пробки в обе стороны трафика по трассе М7. И, конечно, это огромное неудобство жителям. Мы сегодня обсуждаем, чтобы развести эти два процесса. Сначала запустить обход трассы М7 по М12, допустим, до конца года, и только после этого вернуться к реконструкции трассы М7. На совещании присутствовал и председатель правления госкомпании «Автодор». Со своей стороны Вячеслав Петушенко заявил, что строительство участка трассы М12 в районе Петушков будет завершено в срок. Те темпы, которые они запущены, они сегодня не позволяют нам говорить о том, что мы сумеем эту работу сделать до конца года. На территории Владимирской области работает порядка 4000 человек в круглосуточном режиме, по 2000 единиц техники. В течение ближайшей недели Александр Авдеев планирует провести переговоры по этой теме с Министерством транспорта. Правда, в случае реализации плана в РИО губернатора области ремонт трассы М7 может затянуться, поскольку этому могут помешать погодные условия. Алексей Домнин, 6 канал.